Здравствуйте! Вы на канале «Волшебный джут» и прочее. Сегодня хочу предложить переделку. Есть пластиковая бутылка из-под молока. Я удалила этикетку на клейку. Она удаляется очень легко. Затем обрезала верх до нужного мне размера. И теперь хочу немного ее преобразить. Для этого мне понадобится джут бежевый и отбеленный, немного хлопчатобумажной пряжи для изготовления цветов и других деталей, плюс несколько декоративных полубусин, а также клей полимерный. У меня в данном случае титан, у вас может быть любой. Ножницы, пинцет и спица. И еще нам нужен крен для рук, чтобы клей к ним не прилипал. Начинаю. Thank you.
сделать, друзья мои. Вот то, что у меня получилось. Несколько декоративных деталей и бежевый джут преобразили данную емкость. И получилась такая вот чудесная вазочка. Друзья мои, если вам понравились мои декоративные штучки, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Спасибо за просмотр. Будьте здоровы. Всем пока.